this is the end of side one of this record. Please now turn it over for the second side. Меня тянуло, как во сне, через мормыщики к тебе. Лишь тебя видели мои глаза, донат. Мне было хорошо с тобой, я пил и сладкий образ твой. Меня на пьянство побуждал, донат. В мечтах своих всегда с тобой, донат. Мурашки от тебя по коже, почем мормыщ, донат. Хочу быть тебя достоин, сандатры в тапках через жизнь иду. Есть только два типа людей, Далдау смело говорит беде. Но если надо, то штаны и обоссать, донат. И я так счастлив замечать эти привычки у тебя. Мне это стало лучше из наград, донат. В мечтах своих всегда с тобою, донат. Мурашки от тебя по коже, почем мормыш, донат. Хочу быть тебя достоин, сандатры в тапках через жизнь я иду. Донат, в мечтах своих всегда с тобою, донат. Мурашки от тебя по коже, почем мормыш, донат. Хочу быть тебя достоин, сандатры в тапках через жизнь я иду. Если завоз будет, то штаны на изи обосну. Глазом не моргну и тупо дальше пойду. Мормышку въебу и прохожим буду говорить бу-бу-бу. Донат, в мечтах своих всегда с тобой, донат. Мурашки от тебя по коже, почем мормыш, донат. Хочу быть тебя достоин, сандатры в тапках через жизнь иду. Донат, в мечтах своих всегда с тобой, донат. Мурашки от тебя по коже, почем мормыш, донат. Хочу быть тебя достоин, сандатры в тапках через жизнь иду. Здорово, здорово. Дай зажигалку. Это Москва, а? Да. Что с рукой? 6 миллионов. Слушайте, а у вас правда 7 миллионов? Нет, 6. Дон Симон. Симон? Так, где меня ждут? Сейчас, пацаны. Обалдеть. Пропиарьте меня. Всем привет. Пропиарьте меня. Дакер, ты где? Подписчик. Ёпта, я во дворе. Ой, блядь, да ёб твою мать. Ой. Ну дура, блядь, ну дура. Я ей сказал, говорю, мне больно. Она, ничего, блядь, терпи, терпи, блядь. Дышим, хорошо, дышим. Ой, блядь, ебать, блядь. Как? Молодо. Молодо? Да где поставить? Делал ли ты Вики Куни и Арнилингус? Ну, это заебись. Для меня женщины это... цветок. Цветок. Я его раскрываю, как я могу. Сказано, сделано. Рыбу я хочу, бля. Какое это? Ча. Пойдем. Билеты, зайчик. Здрасте, здрасте. А где мы вообще? Кушай, блядь, кушай. На том все. Ладно, как дела вообще в целом? Блин, дела на самом деле. Блин, плохо. Блядь, сука, блядь. А сам бой перевел Адену? Изнылся, блядь. Санбой, привет. А что ты изнылся, блядь? Тебе заплатили, блядь? Заплатили, блядь. Ну там, блядь, там мои донаты все посчитал, блядь. Давай, блядь, половину, блядь. Я говорю, слышь, блядь, иди, блядь, отсоси нахуй, удохла обезьяна. Половину Дудона? Ну, как бы да. Ну, слушайте. Я это предложил, он это сделал, а ладно, я ему заплатил, все. Все, доедем. Ба-б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 а. Дай бита, да. Так, здесь китаюзы, блядь. Расист, расист. Так, это бразильская хуйня. Рыбная хуйня.
рыба там, всякая, сом там, блядь. Ребят, извиняюсь, я не считаю, мне комменты стали просто. Дон Хамон, сколько за мормышку-то? 10. А в Мельсолоде не сидишь больше? А? Мельсолоде. Меня оттуда выгнали. Все? Да. Все? Сказали, мы вам тут не рады. Да, пацан, будем. Да, будем. Да. Ну что, какой план? Я вот тоже думаю. Как покуриваешь ты? Ну что? Серёг, как ты прикуриваешь, алло? Ой. Джилинку можно? Блять, 500 рублей, ёб твою мать, блядь. Чату привет, всем здорово. Здорово, ребят. Осторожно, осторожно, не падаем. Да, оп, пробуем. Твою мать. Пошло опьянение. У руля. Вот оно. Клоун, клоунячим, мормышнемся, 15. Да, у нас там сегодня такой пошел креатив пошел, да. Кстати, можете зайти в телеграмчике посмотреть. Ух, там как задорно, ох, как задорно. Здравствуйте, мадам, лица Цуева. Очки я забыла. На очки? Чувак заходит в автобус туристический. Очки, очки. Банда аферистов в сборе. Как-то мошенники, аферисты. Жулики. Салют, андатра. Салют, андатра. Салют, андатра. Ну что ж, посидим. Все штаны. Мы только пришли. Обосраться могу, обосраться. Прохладно. Пять, ребят. Пять. Шампанское бережу из себя. Прошу вас, мадам. Спасибо. У меня все хорошо. Опа. Моя родночка. Этот человек мне сейчас с серьезным видом рассказывал про этикет. Про Ксюшу. Да, о чем все рассказали? Что там? Да не, ну. Двоих тоже положили. Ксюху и Саню. Ладно. Да. Добавить нечего. Быть добром. Будем. Микки Маус, говорит, байтит. Мышонок вылез из норы. Чего? Опять?
продлеваем абонемент. Да. Хорошо, хорошо. Дайте мне одну песню на выбор. Я сам поставлю. От смерти вас отделяет одно решение, мистер Шелби. Да, хороший ресторан. Это кто? Посмотрим. Я не понимаю, где я вообще? Я вообще не понимаю, где я, блядь. Да, это прикольно. Я не, ты мне больно сделал. Я не хочу пойти купить цветы. Не, Мусь, я пошел. Нет, я ничего не беру. Я сказал, я сделаю. Карточку оставь. Посмотрим. Ты молодец, понял? Вот смотрю на себя и думаю, боже, это ж надо до 75 дожить. И быть такой красивой. Неужели он раньше девушки зайдет? Так стыдно. Пропустит, нет? Давайте, давайте, ребят, как думаете? Опа! Сергей Евгеньевич первый зашел. Ну что такое, а? И опять он, посмотри, а? Мне уже это не нравится. Я не понял, куда они пошли. Пойду гляну просто. Ты что-то уже переживаешь немножко? Или за что? А где донаты? Мужику 50 лет, отец двоих детей. Все ко всем подкатывает. Яйца свои. Ага. Ты что ее обнимал? А что, нельзя? Пацаны, донаты приветствуются. Топливо кончается вообще-то. Может, ты ездила хоть раз на Хуракане? Ну прокати. А тебя прокатили хотя бы раз? Прокати хотя бы раз. Малострой, нам нужен один из твоих хураканов. Сказал, прокачу на Хуракане. Мы. Представила, знаешь что, я не знаю, что был Хуракан, но представила прям что-то другое, наверное. Я испорченная. Я что, просто на машине проехал, что ли? После стендапа в караоке. Итак, она поедет в караоке, а мы поедем на Хуракане. Хуракама. Или Муракама. Сеть японских кафе Марукама. Короче, туда. Пожалуй, лучшая лапша в городе. Ребята, давайте похлопаем. Пора начинать. Ну, конечно же. Тайм. Так, что, у нас сегодня вечер комедии. Открытый микрофон, стендап. Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Дон Симон. Бля, вот так. Москва. Дон Симон, руля. Кто сегодня какал? Похлопайте, пожалуйста. Я срал, блядь. Кто собирается покакать? Могу. Дон Симон, я понял, что ты можешь. Так, Дон Симон. Да. Мы договорились. Я понял, ну что? Хорошо. Так, меня зовут Андрей, приятно познакомиться. Давайте сразу всем скажу, я если что, не ребенок, если кто-то подумал. А мы тут хаваем, да. Да, я понимаю, вот что, блядь, камера здесь стоит, вы что снимаете здесь? Хуйню всякую. У меня вот это сколько подписчиков, это, блядь, в телеграме. 6 миллионов, блядь, тебе нормально? Слушай, мне было очень приятно. Наслаждаюсь. Да, блядь, ну вы говорите, я вас слушаю же, блядь. Конечно. Ну вы же отвлекаете. Объял, да. Уважаемый Дон Бульон. Дон Бидон. Так мне выйти на сцену. Не-не-не, просто выключить пока вот эту Малстроев штуку. Малстроевскую? Он прибыл в Москву. Кому платят сколько? Дону Симону миллион долларов.
Это мало, ребят. А вот Дона Симон за это миллион долларов платит. Здрасте, ребят. Я буквально пристал. Чуть-чуть, да. Дон, я служил. Ребят, я вам всем желаю хорошего вечера. Я, конечно, сейчас свалю, я уже выпил, я всегда под даты, это понятно. Да, это факт. Не, ну что за отец вышел? Так именно так и есть, батя вышел, да, батя вышел. Я вам хочу что сказать. А добра и позитива всем. Все, они поняли. Давайте попробуем. Да? Ну ладно, спасибо, спасибо. Опа! Опять я. Пойдем сейчас гулять. Давайте мы сейчас с вами решим. Стендап нам сказали не снимать, камеру убрать. Комики отказываются выходить. Вот так вот. Поставили нас опять нахуй. Как всегда. В кармане посидите. Ребята, у вас как там дела вообще? Это второе свидание, да? Я? Пиздели, это все жестко. Я говорю, о, хоть раз, шлиско, значит, хоть диван. Раз ко мне пойдет. Хорошо, что у нас хоть сразу раз, иначе, еще раз сюда пойдешь, хоть раз. Что такое? А Алексей Гречко, значит, защитник. Это что было? А он как круто, значит, греческий. Я говорю, да, это что было вообще? Надо уйти, я уйду, бля. Да, надо уйти и уходи, пожалуйста. Мы так ждем уже всего этого. Понятно, блядь. Да, ребята, да. Пацаны. Дону Симону респект, блядь. Меня выгоняют, блядь, как всегда. Бля, когда он поймет, почему. Ребята, я объехал 106, мать его, стран, блядь. А вы да. Живете, мать мой. А я в России, и я ее люблю. За наших пацанов. Смотрите, кто выступал, да хуй знает, мальчики какие-то, девочки, но там был тип, вообще заебался, вообще. Дон Симон лучше. Обнял. Эти люди. Че? Дон Симон, вы снимаете? Да, еще. Я пойду по своим делам. Все хорошо, спасибо вам. Стендап, блядь, сорвал нахуй, блядь, все сорвал. Никогда не позволю завершить мой стрим, когда я не захочу. Че? Все, я тебе сказал. Я тебе сказал. Сейчас телефон улетит. Я сказал, в моем доме не надо стримить. Или на улицу вылезть. Давай быстро. Я заканчиваю. Ну, давай заканчивай. Но можно мне допить? Нет. Когда я не захочу. Такие странные, блядь. В туалет ты можешь заходить? Если моя девушка на хамить не знакомится, я скажу, что чувак, кто? Он сказал, что у него 6,5 миллиона подписчиков. Он к нам сегодня пришел на стендап. Я организатор стендап-мероприятий. У меня две работы. Я продаю автозапчасти и учу школьников математики, да. Получается, я и там специалист по тормозам. Можно посмеяться. Меня выгнали, пацаны, я в туалете. Да. И мы два девятых вала, и два шторма десимбалов мы с тобой. Едем мы по 200, финалы свести. Виски нам! Давай нам! Столько, давай нам всем! Так, Дон Периньон вернулся, блядь. Не Периньон. Ты что? В нужный момент. Ты что? Так, ну мы сейчас хотя бы тихо это все сделаем. Да. Я недавно уволилась с работы. Пацаны, потом звонки, блядь. Да, брат. Да, да.
Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да? Да. Ну, что, а что нам делать? Что нам делать? Да? Прям так? Ладно. Ладно, 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 ладно. Не рычи, не рычи, не рычи, не рычи, не рычи, не рычи, не рычи. Не рычи, говорю! Не рычи. Не рычи, бля. Скажите, пожалуйста, вам корректно, вот мы здесь летаемся новыми блогерами, которые вот мы, солнце, воздух и луна, наши верные друзья. Насколько корректно в ваших пальцах и маникюр и педикюр сразу у вас 2 метра? Позвольте, если будет корректно по отношению к реальному человеку, который имеет здоровье, вы нам дополните некоторые жизни цели. Чем мы ошибаемся? На воде не было? Был. Я немного глуховатый, я прошу. Ну, в смысле? Что, контузия? 2 контузии у меня, 2 контузии. Я говорю, закусывай. Мне когда мужик, вот на... Ты меня слышишь? Мужик пули пашет или как? Ты меня слышишь? Ну, зачем вы так вот со мной разговариваете? Я вас угощаю. Спасибо. Я говорю, ты меня слышишь? А ты реально пизданутый или все-таки... Ты пригалался? А 7 миллионов, 7 миллионов. Блядь, уже 7, да? Слушайте, а у вас правда 7 миллионов? Нет, 6. А. 6, ребят, пока 6. 7 миллионов. У тебя 7 миллионов, да, подписчиков? Ну, да, почти, да. Здрасте. Он поставил всю аппаратуру. Знаю. Аппаратуру. Здравия желаю, здравия желаю. Эй, пухи, нахуй. Было и было. Сейчас мужиков покормить надо. Команда, блядь, приехала. Команда. Арнольд Шварценеггер в фильме «Командо». Команда. Вы блогер, да? Вот такие наколки вот есть. Ты дурак, что ли, блядь? В свое время, вот на нас сейчас вот дополняют, во время вооруженных конфликтов. Я поймал эту тему. Какую? Вы так вот проливаете мимо, могли бы мне попросить, я бы сам бы дополнил, ну, ругали соратника, дополнил руками. Вы просто проливаете. Ну, а вы за то заплатите? Да, конечно. А чем платить будете? Брат, что? Сколько там? Не охуели, бля? Нам ветераны, бля. Нам ветераны. Слушай, давай попросим скидку. Ты не лох, ты не лох. В смысле, да? Можно ли гаять, блядь? Да нет, ты не лох, бля. Далеко. Сибимся. Это не мой. Это старая гвардия. Слышь ты, позвоночник. Пахать, блядь, дядь. Вот смотри, вот то, что я тебе лоб, а он вообще пиздец, нахуй. Это пацаны, блядь, чтоб вы знали. Потом расскажу, блядь, ладно. Это будет только потом, но... Все, чао, пока.